Ночной, вечерний привет, друзья, салатик, вот такой сегодня, сейчас я забацала салатик, смотрите, короче, все экспромт, называется неожиданность, ветчина куриная, помидорка, огурка, редиска, майонез и смесь всяких вкусняшек. Так, сейчас мы возьмем еще имбиря, что, блин, готовить, так готовить вкусняшек такой, имбиря, так. Что еще? Такс. Такс, 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 такс. Кинзулечки. Чуть-чуть для душка. И там где-то базилик еще есть. Зелень там в морозилке я не хочу, потому что надо ждать, пока она, ну, пока она нагреется. А мне не надо, мне уже на диванчик к экрану. На диванчик к экрану. Так, а что я еще хотела? Так. А, базиличок. Базилик. Еще тут красный перец насыпала, здесь черный перец насыпала. Немножко базилика. Ну, вообще. Все, салат готов. Вот такой дух сразу пошел. Все, салат готов. Я сейчас перемешиваю и кушать буду с хлебушком. Итак, друзья, ну что ж, чай у меня мелисса и мята с медом. На ночь в самый раз. И все, короче, вот мой такой ночной ужин готов. Я не буду перемешивать, я потом непосредственно передвидываю всякой вкусняшечки, ароматика. Всего доброго. До встречи у какао. Ставьте лайки. И смотрите мое предыдущее видео. Там, блин, сюрприз от королевы багульников города Нижнеудинска. Чао, какао.